Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Несмотря на все невзгоды, творящиеся на канале и на ютубе, я решил продолжать хреначить видео дальше. А что еще остается делать? Сегодня мы с вами поиграем в симулятор руки. Вышел новый уровень, понимаете? То есть они постоянно выпускают новые уровни, что не может вообще не радовать. А самое что интересное, эти уровни, они все очень сильно отличаются. И мне бы, знаете, хотелось бы узнать у вас. Вы же у меня все такие творческие, такие воображалки, такие вот фантазеры. Какие уровни еще можно сюда добавить, чтобы именно там у нас участвовала рука? То есть ее можно было каким-то образом применять, используя, естественно, вот эти все пальцы и прочее. Пишите об этом в комментариях. У меня есть связь с разработчиками. И самые блистательные из ваших идей я, конечно же, им напишу. И, может быть, именно ваша идея попадет прямо в следующую серию этой игры Hand Simulator. У нас появился уровень, называется «Дойка коровы» или... да, доярка. Доить. О! Как отлично вообще. Живу сам, короче, в деревенской местности, но корову еще никогда в жизни не доил. Здесь нет времени. Единственное, что корова может меня, наверное, легнуть очень сильно. А так, в принципе, нам торопиться вообще некуда. Вот. Вот и все, смотри, вот как доить корову надо. Понял? Смотри, мы делаем так. Давай! Вымя! Вперед! Сначала-то полилось, а сейчас что-то не льется. Давайте осмотримся. Ой, рука застряла! Стой, погоди! Что такое? Подожди. Рука застряла у меня. Надо как-то в сторону. Давай. Можем переключаться между ручками. Вот так. Слушай, опять рука у меня застряла. Да что такое-то, а? Ну-ка давай. О! Вот так. Отлично. То есть, насколько я помню, а вон, смотри, написано прямо на ведре финиш, то есть нам до туда надо доить. Корова-то, смотри, а много ли корова дает молока? Не выдаешь за день, устанет рука. У нее несколько, смотри, вот здесь сосков есть, по идее, можно дергать за один, за второй, но я думаю, смысла нет, можно, в принципе, схватить за один, наверное. Вот так вот его схватить. Насколько я знаю, мне объясняли, показывали технологию, то есть тебе просто нужно из этого вымени, нужно просто как бы выдавливать. То есть, когда доят, кажется, что делают вот так. На самом деле не так. То есть они, конечно, так тоже двигают руками, но они как бы... Ну как это показать? Они, короче, вот как бы выдавливают. То есть, причем это не делается не вот так вот просто выдавливается, а это делается постепенно. То есть сначала ты задавливаешь здесь, потом здесь, и вот так вот выжимаешь. Короче, вот так вот ты, короче, выжимаешь. Этим надо заниматься. То есть здесь нам придется сейчас освоить немножечко вот эти пальцы. Так, давай попробуем. Сейчас все-таки схватим за один сосок вот так вот. Так. Так, стоп. Да, ё-моё. Надо, короче, руку расположить как-то поудобнее. Вот так, смотри, вот так. Вот так, мне кажется, хорошо. О, смотри. Так. Вторую руку можно убрать подальше, чтобы она не мешала. Или можно корову так почесать здесь. А можно второй схватить. Но там не видно. Там даже не видно. Смотри, коровушка. А корова что-то она пытается есть воздух какой-то. Давай я почешу, смотри. А-а-а. По пузику. Мне кажется, корове приятно это делать. Слушай, какая добрая игра вообще, несмотря на то, что здесь есть уровни про эту русскую рулетку. Ну, не русскую рулетку, а мексиканские вот эти вот перестрелки за столом. И здесь есть вот такой вот очень классный уровень, как доить корову. Это прям, можно сказать, это типа обучающее видео, туториал. Так, смотри, значит, надо руку расположить вот так. И вот так вот его мы хватаем. Теперь чуть-чуть выше. О, практически идеально. Теперь что мы делаем? Пальцы. Вот у нас пальцы. Ну-ка, вот я схватил. Я как бы сейчас схватил. Смотри, если я просто вот так вот тяну туда-сюда. Прям реально оттягивается, смотри. Оно не работает, потому что не так корова доится. Нам нужно сделать... Нам нужно как-то пальцами работать. Ну-ка. Пощекотал корову за вымя. Прикольно, блин, это вообще круто. Круто, но я пока что не выдавил и капли. Ну, вначале что-то там я побил по вымени, и оно вроде как сработало. Так, вот я схватил. Может быть, надо не хватать, может быть, надо вот именно пальцы использовать. Ну-ка. Значит, сначала идет вот этот палец, потом вот этот. Вот так нужно. Видите? То есть практически. Так, а большой у нас чем? Большой палец у нас. Какие-то курицы у нас тут кудахчат. Слушай, ну блин. Это вот когда, знаешь, деревенский житель, точнее, городской житель приезжает первый раз в деревню. Ему достается хозяйство вместе с коровой. И он пытается ее подоить. Конечно же, у него ничего не получится. Так, вот смотри. Так, как повыше. Вот смотри, ну вот, очень похоже на то, что нужно именно сделать.
Давай, молоко, вытекай! Нам надо понять немножечко специфику, как это все делается. Ну-ка, может быть, вот так вот надо руку расположить. Так. Или не так. Или вот так. Вот так, смотри. Очень похоже на настоящее. Так, схватил. Давай, пробуем. Давай. Чего тебе не нравится? Тяни. Не получается. Ничего не получается. Прикол. Но мы должны освоить. А как мы потом будем? Апокалипсис случится. Все переедут в деревню. Будет жить там. Он как-то даже не хватает. Давай попробуем другой рукой. Может быть, эта рука не очень подходит в эту сторону. Давай этой рукой попробуем теперь. Так. Теперь вот так вот. Ага, вот так вот располагаем. Так, выше, выше, выше. Вот так. Вот так, захватили. Захватили, захватили, захватили. Опа! Ну-ка. О! О, смотри! Но здесь это не по-настоящему. Это все не по-настоящему. Так, нам надо немножко в сторону, потому что мне кажется, я вообще мимо... Ой-ой-ой-ой, коровушка, ну что ж ты делал? Ну, какого... Понятно, ей не нравится это. Мне теперь ведра нету. Как я смогу теперь тебя доить, а? Вот ты мне скажи. Короче, нельзя лихо дергать, иначе она начинает психовать. Ну-ка. А у нее даже там из другого соска, смотри, льется молоко. Потому что она, видимо, его трогает ногой. Блин. F1, здесь есть как-то респаун какой-нибудь? Тогда нам придется вот так, continue, exit, наверное, выйти надо. Давайте попробуем еще раз. Я понял, что не надо, короче, дергать. Вот это я точно усвоил. Надо аккуратно, очень медленно, очень осторожно и нежно. Корова, она же мать. Она дает молоко. Нужно ее любить, уважать. Давай. Аккуратно. Вот сюда. Опускаем. Опускай. О, смотри, смотри, смотри. Пошло, 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 пошло. Надо так подергивать. Надо просто подергивать. О, смотри, наполняется, наполняется. Это я колесиком. То есть смотри, если колесико отпускаешь, не крутишь, оно как бы, естественно, немножко рука наверх поднимается. А ты просто зажал и вот так вот опускаешь. Очень аккуратненько, очень медленно. То есть не надо фигачить туда-сюда вот так вот рукой водить, мышкой. Просто так вот надаивать и все. Слушай, ну мы сможем. Похоже, что это будет первый уровень, который мы с вами пройдем. Хоррор мы с вами не прошли. В рулетке нас расстреливают постоянно. О, смотри-ка. Вот это вообще веселый молочник. Дояр первого разряда. Или какого? Третьего? Какой лучше? Первый или третий разряд? Ну-ка, доярки есть, кто у нас смотрит? Кто, ребята, из деревни? Вы же наверняка знаете. Доярки, как они там? Какая у них градация? Смотри, идет молочище-то, идет вообще только так. Парное молоко. Кто любит парное молоко? Ну-ка, пишите в комментах. Кто вообще любит молоко пить? Я знаю, что у многих людей сейчас есть аллергии на всякие аллергии на молоко, всякие непереносимости. Это печально, потому что молоко, это как мать кормит своего ребенка молоком с детства, так корова кормит человека и всех остальных, не только телят, молоком с детства. Мы все растем на молоке. Молоко это супер полезная штука. Конечно, я говорю, у некоторых есть непереносимости, но это уже проблемы как бы личного характера у человека. Я имею в виду, что это его личные проблемы со здоровьем. Так, смотри, мы... О! Ура! Вы достаточно молока надоели. А давай еще больше. Мы можем еще больше выдать? Ну, наконец-то! Ты посмотри. Коровушка моя, хорошая. Давай-ка сейчас ее погладим так по пузику. Смотри. Сейчас. Апа. Ах, хорошка, молодец, кормилица ты наша. Дай-ка тебе по пузику поглажу. О, мне кажется, ей нравится. Или не нравится? Мне кажется, корова мне не очень нравится. Ну-ка, по ноге могу я погладить? Ну-ка. Корова, давай по ноге. Я тебя есть не собираюсь. Я коров не ем. Никому не советую. Смотри. О, карачочек. Что-то рука куда-то застряла. А это за хвост, может быть, можно схватить. Ну-ка. А! Иди сюда. Хвост дай сюда, быстро же сказал. Хвосты крутят, знаете, телятам. Потому что попробуй-ка взрослой корове хвосты покрути, так она тебе там потом вообще... Ой, ой. Ну все, я по идее... Стоять, ведро. Спокойно. Вот я могу так корову, наверное. Ну-ка еще, ну-ка. Корову погладить могу? Нет, не могу, рука туда просто не загибается. Ну и все получается. Получается, мы с вами уже... Достигли совершенства в этом уровне. Ой.
Ладно, давайте пойдем поиграем немножечко еще в хоррор, раз уж у нас так быстро удалось нам пройти этот уровень. Поиграем в хоррор. Попробуем, может быть, действительно сможем. Я не заходил, я скилл свой не поднимал в этой игре. Но попробуем все-таки сейчас что-то схватить. Бабулька, давай. Бабуля будет не такая приятная, как у нас коровушка была. О, вот она идет. Подлюка. Так, у нас на тап, по-моему, переключение происходит, да? Мы можем ходить, ага. Так. Вон она идет сюда. Идет рогатая, качается. Вздыхает на ходу. Отпусти руку. Так, опускаем. Ай, да как она так быстро-то подошла? Иди нафиг! Надо было, короче, с другой стороны подходить. Так, погоди, хоррор, давай еще раз. Так, давай-ка, знаешь что, мы просто уйдем от нее подальше. Стоп, тап, переключились. Так, уходим. Вот так обойдем, потому что она... Здесь, по-моему, прохода нет, точно. Ну вот я отсюда смогу, наверное, схватить. Дуг! Так, окей, все, другая рука. Так. Это то, что нам нужно сделать в первую очередь. Это нам нужно схватить вот этот подсвечник. Слушай, я не дотягиваюсь. Мне кажется, я не дотягиваюсь до него. А, хватай. Хватай за свечку! Блин, она уже здесь. Так, бабка, иди нафиг. Че тебе надо? А ну отстань. Слушай, я не могу здесь пройти. Ёшкин дрын. Че делать? Может, мухомором ей по башке надо дать? Она обходит. Она обходит кресло. О, вот здесь я отсюда, наверное, схватить могу. Ну-ка. Тихо. Где рука? Вот рука. Так, пальцы расставай. Давай. Хватай. Да хватай ты чертову свечку! Не получается, чуваки. Не получается. Просто не получается схватить. Сейчас она меня... Все, она меня сейчас захапает. Бабка страшная уже подходит. Ну-ка, если я вот так обойду. По стеночке. Тихо, где? Ори, не ори! Все равно ты меня не сможешь напугать настолько. Я уже знаю тебя, старая корга. Так, быстро обходим ее. Как нам обойти? Вот здесь мы можем обойти, все нормально. Так, здесь мы обходим. Вот она, все, нормально. Вот сейчас вот как раз мы можем схватить подсвечник. Так, давай. Быстренько, рука идет вниз, вот так вот рука подходит. Да стоп. Стоп, рука идет у нас вот так. Хватает! Да хватай ты ее! Почему она не хочет схватить? О, хватай! Да ёшкин кот, бабка уже рядом! Почему он ее не схватил? Почему-то он не... прям вот ее не сжал. Эту свечку. Точнее, этот подсвечник. Будет так правильней. Так, давай попробуем сейчас... Да куда ж ты? Куда ж ты чипаешься-то? Ну-ка. Ну, успокойся. Так, поворачиваем. Опускаем. Пускай, сказал тебе! Давай, вперед. Хватай! О, все, отлично. Так, пошли. Блин, я здесь не пройду. Бабка идет! Иди нафиг, бабка. Бабка идет нахрен. О, что, какой-то ключ есть. О, может быть, мне его как раз надо было взять. Капец. Так, поджечь, я поджег. Что теперь? Проходим. Может быть, реально надо было ключ взять. Так, зажигай. Зажигай свечку. Нормально, пусть стоит здесь. Так, ставим. Как-то надо его поставить аккуратненько. Нет, давай его будем держать в руке. А другой рукой будем сейчас как раз оперировать. Так, переключиться между рукой. Вот так. Так, все, окей, отлично. Значит, пробуем. Хватай. Есть, смотри-ка, получилось. Почти получилось. Так. Давай вот сюда. Так. Опускай. Вперед. Немножко вперед надо выдвинуть. Давай, ну, войди, давай, я тебя прошу, прям аккуратненько, вот так вот. Надо выправить, давай, по... Есть! Практически. Есть, одну сделали. Дальше, бабка идет. Бабка там уже очень близко. Пускай. Так, это вот сюда, вот так вот. Не могу совладать с рученькой. Рука. Это как, знаешь, как рука, как
в фильме «Зловещие мертвецы». Она тоже была неподконтрольная. Да схвати ты ее уже. Видишь, не получается, эта рука не подходит. Ладно, придется переключиться. Так, давай-ка просто вот так ее поставим. Все, нормально, хорошо стоит. Теперь немножечко отойдем назад. Что там, бабка-то, кстати? Бабка уже сюда заходит! Может быть, надо было ключ взять? Там был очень хороший, красивый ключ. Может быть, его надо было взять. Так, хватаем. Хватай. Да схвати ты еще. О, пирамидка, пирамидка, пирамидка. Пирамидка нам нужна с другой стороны. Давай эту штуку попробуем взять. Проблема в том, что когда ты опускаешь руку, то тогда она как бы автоматически начинает двигаться назад. Так. Как мы вот так вот ее бросим сюда? Да вот как-то не очень получается, я смотрю. Бабка уже здесь. Бабка уже здесь. Она уже очень близко. Может быть, я все-таки смогу как-то от нее отойти? Давай. Выбрасывай. Выбрасывай эту штуку нафиг! Пофигу, пофигу, пофигу. Так, давай попробуем возьмем. Давай попробуем возьмем подсвечник. Бери его. Бери его. Ладно, бабка здесь. Бабка, гори в аду. Попробуем сейчас отойти. Попробуем обойти ее. Ну не получается, потому что она идет... Есть вариант какой, что мы просто уходим в угол. Вот мне интересно, что там за ключ лежал? Мне очень интересно, что там был за ключ. Можно попробовать, конечно, его забрать. Как-то попытаться. Блин, вот что-то я не очень как-то круто начал. Стой. Стой, 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 не падай, не падай, не падай. Так, поехали. Давай, хватай, 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 хватай. Хватай эту штуку! Не получается, ребят. Что-то не получается. Надо вот так хватать. Вот так. Во, все, схватил. Пошли нафиг отсюда. Так, от бабки уходим. Я от бабушки ушел. И от дедушки. Возьмем, попробуем ключ сейчас. Так, переключаем. Во, все, я взял. Пошли. Смотри-ка, с ключом. С ключом, да еще и вот с этим подсвечником. Зажигаем. Да, зажег, отлично. Классно вообще зажег. Так, пробуем, значит, открыть. Пробуем открыть. Давай. Ну! Надо еще поближе подойти. Мне кажется, он ее как-то открывает. Он ее даже как будто толкает туда, эту дверь. Ну вот же, я же прям вставляю этот ключ. Может быть, его надо как-то повернуть вот так вот. Давай ниже. Вставляй, давай! Не получается! Просто не получается! Да что ж такое-то, а? Я причем еще ничего не вижу. Ручка не работает, смотрите. Если попытаться ручку просто взять как-то... Как-то вниз опустить ее. И ключ тоже непонятно, для чего нужен здесь. Рука все загнулась. Все, бросил нафиг ключ этот. Он, смотри, опа! О, кручу! Прикольно, да? Вообще прикольно. Так, ручка у нас не работает, как бы. Я уже пробовал это в прошлой серии. Но бабка подходит. Бабка уже здесь. Бабка уже рядом где-то здесь. Так. Бабуля, ты где? Бабуля! А где бабуля? Может, она застряла где-то? Смотри, здесь мыло еще есть. Я вот это вообще не видел. Так, интересно. Давай попробуем сейчас открыть эту штуку. Здесь что-то есть в этих шкафчиках? Смотри-ка, а. Давай. Давай, хватай. Вот так. Выше. Тяни. Тут не получается. Зачем эти шкафчики здесь, если они не работают? Они должны работать. Так, давай, 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 давай. Опа! Хватай. Не получается. Почему-то не получается. Ладно, давай посмотрим, где бабка. А бабка что-то не идет. Может быть, она испугалась и ушла теперь. И больше со мной не хочет общаться и дружить. Может быть, даже это лучше.
для нас. Мы типа неограниченного времени. Попробуем сейчас сделать эту головоломочку. И рука у меня почему-то, смотри-ка, она куда-то... у меня рука, по-моему, перевернулась. Или нет? Нет, все нормально, вот сейчас работает. Так, значит, цилиндр самое простое, по-моему, чтобы взять. Хватай. Во. Так, так. Вот так, вот так, вот так. Вперед. Так, надо поближе, мне кажется, подойти. Вот так поближе подойдем. Ага. Вот, смотри, вот так вот прям можно сделать. Опа! Опа! Практически. Практически вставилась. Так, давай назад. Теперь аккуратно мы ее сейчас так вот подкорректируем. Ух ты, смотри. Так, вот так. Пускай, пускай, пускай. Опускай. Аккуратно, осторожно. Двигаем, 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 двигаем. Все угробил. А бабка все не идет. Нет! Она идет. Она просто делала большой крюк где-то. Она ходила. Черт, я так уже расслабился. Я уже думал, действительно, бабка за мной не придет. Черт, у нас была возможность. У нас была возможность это сделать. Так. Сейчас будет сложнее. Конечно, сейчас будет сложнее. Так, давай сюда. Опа. Так, мы должны как-то вот, вот просто как-то умудриться. Смотри, он факт показывает. Бабки показывает факт. Средний палец, правильно? Если не можешь решить проблему, показывай средний палец. О, смотри, смотри. Опа, 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 опа. Ну-ка, войдет, не войдет. Ну-ка. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас поправляем. Тихо. С этой стороны. О, все. Встал на место, но бабуля уже здесь. Какой вариант? Мы можем попробовать ее сейчас вот сюда немножко выманить. И потом обойдем просто. Обойдем и уйдем в другую сторону. Сейчас она поближе только подойдет. Надо выбрать какую-то интересную такую вот дистанцию, чтобы она не напала на нас, но и при этом еще максимально в сторону отошла. Вот, смотри. Опа, я ее обхожу. Так вот круто. Все-таки она не дает нам никак пройти здесь. Ладно, к чертям бабульку. Спасибо большое, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось и зарядило позитивом это видео и это новый уровень с дойкой коровы. Пишите ваши предложения по поводу новых уровней, где, может быть, задействованы наши руки. Я обязательно самые интересные из них напишу разработчикам, может быть, они действительно добавят. Поставьте лайк этому видео, если вам понравилось, ставьте дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на мой канал, давите на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео раньше других. С вами был Маугли, всегда оставайтесь на высоте и покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты... Пусть всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.